Добро пожаловать на прохождение игры Пила. С вами по-прежнему Андрей Доцент. Мы продолжаем. И у нас что у нас? Заданий у нас нету. Следовательно, какого хрена мы здесь делаем? Ну что, давайте посмотрим. А, нет, появилось задание. Найдите следующую подсказку конструктора. Ну, давайте будем искать. Нужно играть по правилам. Не будешь играть по правилам, замочит. Хреново сыграешь, туда, замочит. А я поищу здесь. Это да, я поищу здесь. Ой-ой-ой, что-то он не так сделал. Ёб твою налево! Вот распидорасил это его как, а? Поискал. Молодца! Дайте хотя бы ищем тебя. Гвозди были в заднице. Ну как ж так-то, а? Ну как ж так-то, ё-моё, получилось? Так... Растяжку он задел, вот что. Он, короче, растяжку задел. И его на стейке порубило. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Будем в следующий раз по лестнице спускаться. Короче, здесь что-то закрыто. Как-то все это странно. Я вам скажу. Но... Это пила. Тут иначе не бывает. В общем, разнесло бедолагу конкретно. А нам куда идти, хрен его пойми. Что, сюда, что ли, спрыгивать? Так. Да, вот подсказка. Давайте возьмем. Стекла. Вы продолжаете меня преследовать, но угу. Вы не понимаете. В крематории проходят испытания другой. Но этот объект не хочет выбраться. О, как! Интересно. Найти крематорий. Смотрите, кого-то уносит нахер. А у меня волына. Замочу. Просто. Так, бляха ты муха. Тихо, сколько у нас патронов? Фиг его знает, ладно. Так, нужно... Ну, давайте гвоздиком ковырнем. Так, нет, не вариант. Так. И давай еще раз. Вот. Отлично. Что у нас тут? Опаньки. Схема оглушающей ловушки. Она у меня есть. У меня все это есть. Я гвоздик просто так потратил. Ну ладно, архив. Здравствуйте, Освальд. Меня зовут Пэм Дженкинс. Меня уже какое-то время интересует ваша работа об убийце по прозвищу Конструктор. И я сейчас пишу книгу по этой теме и хотела бы узнать ваше мнение. Пожалуйста, сообщите, сможем ли мы встретиться. Я уже знаю, как вы выглядите. У меня на столе есть ваша фотография. С любовью, Пэм Дженкинс. Ручка швабры. О! Тихо. Обезвредили. Так, тут по принципу дробовика действует. Понятно, там пар херачит. Тут что-нибудь есть? Так, есть растяжка. А нет места в инвентаре, ай-яй. Так, стойте. Ну куда идти, сюда? Твою мать. Сдохни. Все. Ща его... И разнесет. Так, давайте-ка мы кольнемся. О, как хорошо стало. Все. Готов выполнять еще одно испытание. Что-нибудь тут есть? Вот нет. Ага, вот где нам надо искать. Опять придется руку опускать. Так. Хватай! Вот! Слава богу! Вытаскивайте. Все. Так, мы нашли. Можно включить, а можно и выключить. Даже вот так вот. Хорошо. Так, здесь у нас, видимо, ага, ключик. Растяжки есть. Так, растяжек нету, а тут у нас... Хотя, в сути... Так, ну тут тоже ничего. Спускаемся. Спускаемся. У нас еще где-то 4 пули, наверное. Осталось в пистолете, да?
То есть еще можем пострелять. Так, что у нас? Заблокировано с другой стороны. Ай-яй-яй. Так, стойте. Обыскать шкафчик. Патрон для дробовика. Растяха. Шприц взяли. Так, тут ловушки кругом. О! Ящик... А, сундук конструктора. Че, давайте откроем, глянем, что у нас тут в сундуке. Так, раз... Два... Так. Так, и вот так вот. Все. Ядрить твои налево. Нахрен я потратил последнюю шестеренку. Теперь придется надеяться, что у меня, скажем так, оружие раньше времени не кончится. Так, перекрыть вентиль. Все. Можно подниматься. Так, все. Да. Пистолет, конечно, вещь классная, но, блин, его добыть это очень трудно в этом месте. Нужно запас какой-нибудь иметь всегда при себе. Еще электричество гребаное. Растяжек нет? Вроде нет. Здесь что-нибудь есть? Что? Гвоздь? О, шестерня. Нормально так. Ничего не найдено. Ну, разбавитель краски есть. Хорошо. Давайте поднимемся. Что-то я слышу какой-то звук, как у робота. Что-то странно, ни хрена непонятно. Найдите крематорий. Сейчас будем искать. Так, труба. Рабочий стол конструктора. Ну, что мне создать-то? Схема газовой ловушки. Оглушающий, взрывающийся. Давайте оглушающую. Ага, хрен из два. Понятно. Что ни хрена нельзя. Так. Все. Можно руку взять, но от нее толку. Вот, шприц, это другое дело. Вау. Что за звуки? Фотоаппарат. Только этот фотоаппарат, что-то, знаете ли, не зарекомендовал себя хорошо. Так. Опа-на! Замок. А, теперь все это объясняет. Мне кажется, мы должны фотоаппаратом подсветить светочувствительную краску. Я так думаю. Так, вот. Наверное, здесь. Так, 2. 6, 2, 8. Ни хрена себе. Уже подобрали. Дайте хотя бы фонарик возьму и посмотрю. Твою налево. Так. Все. Сейчас рванет. Снимем на память. Что у него там хотя бы за... А, у него ни хрена нету. Так, стойте, давайте сначала мы обыщем здесь все. Ловушек нет? Нет, вроде. Нет, есть. Одна есть. Одна есть. Так, зажигалку можно взять. Нет, назад идем, короче, все. 6-2-8, мы открываем дверь. Так, 6. Вниз, 2. 8. Тихо. Так, аккуратно. Найдите крематорий. Вон крематорий, налево, прям большими буквами. Уйди от меня! Не подходи, говорю. А, это камера. Вот чё. О, монтировка. Прям как Гордон Фриман можно носиться. Но у меня пистолет есть. Я полагаю, я без нее справлюсь. Так. Раз. И два.
Угу. Крематорий налево. Ёлки-палки. Там кто-то разлетелся на куски. Так, ловушка. Бляха ты, муха. Это оно? Так. Испытание. Испытание. Угу. Ты тратишь жизнь в поисках испытаний, чтобы легко исправить свою жалкую жизнь. Кто это такой? Знаю. Угу. Потому я и хочу, чтобы ты испытал меня, чтобы изменить ее. Ты тратишь жизнь угу. в поисках любого испытания. Так в чем же его смысл? Он хотел испытания, он сюда попал. Я не знаю, как жить без него. Так. Ему хочется испытаний. То есть один тут у нас вообще по собственной воле. Ни хрена себе. Это, по-моему, первый, кто попал сюда по собственной воле. О-о-о. Такая же штука, что и у нас на голове. Разлетелся. А что ему нужно было сделать-то? Так, тут вроде ловушек нету. Глянем как карту. Угу. Так, ладно. Давайте будем исследовать здесь на предмет наличия чего-либо ценного. Так, шкафчик, патроны. Архив. Пэм, встретиться с тобой было просто здорово, мне очень понравилось. Пишу это письмо, чтобы открыто объясниться. Скажу прямо, я не буду помогать тебе писать книгу. Я сейчас пишу свою, а сотрудничество с тобой плохо отразится на ее продаже. Но спасибо за весело проведенное время. Я бы сказал, что не хотел тебя обмануть, но мысль о том, что тебе пришлось так расплатиться, вызывает у меня улыбку. Освальд Макджелати, поскрипнул. Больше мне домой не звони. Так, предохранитель взяли. Нормалек. Двигаем дальше. Ловушки. Ловушки, да коктейль Молотова. Ё-моё, да вы чё там? Чё у вас там происходит? Так, тут заперто. Найдите крематорий, найдите ловушку Оби. Ванна. И чё-то нужно сделать. Так, ну тут, в принципе, всё линейно в этой игре, поэтому просто двигаемся, куда нам указывают. Так. Что такое, ловушка? Нет. Можно, кстати, задвинуть. Все. Другое дело. Так, тут у нас что? Распределитель использовать. Надо подать. Угу. Так, тут очевидно так. Так, так, так. Это как-то сюда. Угу. Так, стойте. Вот так вот. Раз. Так. Соединяем. Все. Нормально. Ой-ой-ой. Все исчезло. Найдите ловушку Оби. Так, стойте. Тут мне такое чувство, что-то есть, но, возможно, тут и ловушка. Предохранитель еще один есть, но места уже нет в инвентаре. Ручка швабры. Так, ну-ка. О, неплохо. Так, взяли. Включили. Все. Я что, по стеклу хожу, что ли? Да. Так. Открываем. Сейчас, наверное, кто-то появится по-любому, да? Если не запустить этот... ток. Давайте вырубим. Сейчас, наверное, кто-то побежит за мной, а я вырублю. Точнее, врублю электричество. Так. Так. Бляха-муха. Так. Один из нас не встанет. Да а пошел ты. Беги. Чё? Прикольно, да? Так, сейчас я его. Я должен это сделать. Давай. Так, убегаем. Я должен это сделать. Убегаем, закрываем. Хочешь убереть? Вот так вот. Попадос ты какой. Чё, айда сюда. Айда сюда.
Красавец. Как мне тебя сюда заманить-то, а? Так. Ну чё, у меня вообще нет выбора, как застрелить тебя. Хотя, в принципе, есть вариант, что он на электричество сейчас сюда нарвется. Ну чё, вот он не хочет сюда идти. Вот хоть ты тресни. Ну ай да. Забегай. Дверь открыта. Один из нас не встанет. Да чтоб тебя. Ух ты, скотина. Опа-на. Это ты виноват. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уходим. Уходим. Это из-за тебя. Так. Применим. Это из-за тебя я здесь. Так тебе. Все. Тюкнул я его. Давайте кольнемся теперь. Что я скажу? Здоровье не густо. Ладно, хоть не сдохли. Почему он на электричестве не сбежал? Как я должен был успеть это все сделать? Мне вот это вот интересно. Какой толк от этого электричества, если его нельзя вовремя включить? Короче, здесь меня просто развели на предохранитель. Поэтому в следующий раз лучше как-то своими силами пытаться, не знаю, ту же рукопашку применить, если есть возможность, чем всякие предохранители тратить. Так, нет ловушек, нет ловушек. Кого-то здесь разобрали. Фонарик взяли. Чё тут написано? Отсечено рукой хирурга. Угу, следят за нами. Так, тут труба. Тут заперто. В чем что написано? В некоторых крыльях есть смирительные стулья Раша. Достаточно старой конструкции, подходящей для музея, но вовсе не экспонаты. Отец американской психиатрии, один из авторов Конституции США Бенджамин Раш, разработал этот стул для замедления притока крови к головному мозгу и предотвращения безумия. С современной точки зрения это просто ерунда. Мы используем эти стулья для временной изоляции больных, пока не будут отремонтированы изоляционные палаты. Что он из себя представляет? Какие-то странные стулья, ну ладно. Так, тут что, заблокировано с другой стороны. И тут с другой стороны заблокировано. Больше похоже на то, что здесь, возможно, где-то ловушка стоит. Не знаю. Что там с ним? Ох ты! Добудьте замороженную руку! Печь крематория Уайтхерст, современно во всех отношениях. Печь прогревается до 870-980 градусов Цельсия до полного испарения органических веществ. Перед помещением в главную камеру, называемую ретортой, с тела снимаются все украшения, металлические предметы. Обратите внимание, что сжигать более одного тела за раз в этой стране незаконно, хотя нарушение этого закона не может стать основанием для иска. После кремации обычно остаются мелкие куски костей, которые перерабатываются в мельнице, называемые кремулятором. Эти останки и отдают семье, или в случае лиц, находящихся под опекой государства, развеивают. Так, вот этого надо, короче, не приманить сюда. Можно, конечно, ловушку установить, но на ловушку мы гораздо больше потратимся. Так. Тут есть что-нибудь? О, ящик. Я уже не хочу вскрывать. Можно взять ножницы. Нормально так. Тут ни хрена нет. Так, здесь рабочий стол. Так, ладно. Взрывающаяся смесь. Ловушка. О, пятерка что ли сбрасывать? Точно. Нормально. Так. Черт, я потратил один шприц. Так, ну ладно. Оглушающая ловушка. Нет, нам нужна какая-нибудь взрывающаяся. Чтобы наверняка. А, кстати, что тут могут сделать? А, дробовик. Двухстволка, точнее. Может приговорить нас.
Так, гвоздик, давайте-ка откроем. Глянем, что тут у нас. Так. Все. Тут нет у нас никаких ловушек. Да не похоже. Ну-ка, что здесь? Растяжка, нет мест. Тележка для покупок. Шестерня, архив. Ввиду обширного применения экспериментального лечения наблюдаются существенные потери пациентов. В морге не хватает места для хранения тел перед отправкой их в местный крематорий для переработки. Откровенно говоря, тела накапливаются быстрее, чем мы можем от них избавляться. Рекомендую построить крематорий в здании. Это позволит сэкономить кучу денег по сравнению с той палатой, которую взимает местный крематорий. И даст нам возможность перерабатывать тела с достаточной скоростью. Хрена себе. Вы даете. Так. Ну-ка перемести баррикаду. Так, открыть. А, ну теперь понятно. Так, установить. Ну тут ловушку надо поставить как-нибудь. Только давайте сначала посмотрим, что здесь. У нас уже две шестерни. Так. Так, стойте. Нет, нет, нет и нет. Вот, так. Что-то я как будто не так делаю. Так, стойте. Давай еще раз. Так, это убираем. Это убираем все по-нормальному. Теперь... Ну, где-то на скидку может соединиться. Может тут соединиться. Может и здесь. Так. Угу. Нет. Не вариант. Так, еще один. Как же вас соединить-то? Так, сюда что ли? Да нет, тоже что-то гиблое дело. А вот тут вот. Или нет? Не пойдет. Как-то их надо, короче, между собой связать. Только вот как? Так, вот. Вот. Так. Угу. Так, другое дело. Понятно. Так, вот. Так, стойте. Вот, соединили. Есть, все. Чё? Схема взрывающейся ловушки. Нет места в инвентаре. Да вы чё, сдурели что ли? Шестерню тратишь, а получаешь в итоге какую-то шляпу. Ладно, хрен с вами. Пойдемте дальше. Не взорваться бы. Давай, так, отрубили. Угу. Там у нас ничего интересного. Так, а вот здесь вот, скорее всего, нам сейчас что-то опять будет говорить, да? Да нет, не похоже. Так, кто-то тут бегает. Кто-то тут бегает. Отдай мне ключ! Дай мне этот чертов ключ! Так, где он? Так, стойка. Сумасшедший. А, вон он. И что, если нажмем на кнопку, что будет? О, мы ему таймер запустили. Ёшкин кот. Ему сейчас, походу, крышка будет. Чёрт! Я думал, его как-то ножами там, а он взорвался нахрен. Я уж думал, сейчас сам ласт склею здесь. Оказывается, нет. Отпереть засов. Вот тебя разнесло-то, а. Так, что у нас тут? Заметьте, ящик с оружием, а оружия ни хрена нет. Странно.
Так, отопри. Так, тут нас не пройти. Так, смотрим, ловушки, ловушки. А то мало ли тут кто-нибудь растяжку поставил. И тут достаточно один раз попасть. И все. Башку снесет начисто. Так. Твою мать. Бляха ты, муха. Твали ты. Как я первый раз не попал? Вроде прицел навел на него. Да. А вот это уже проблема. Я вам так скажу. У нас одна пуля осталась. Так, тут ни хрена. Мы обнаружили интересные результаты, касающиеся лечения. При использовании жидкости для создания психического состояния пациента, в исходных испытаниях мы обнаружили, что пациенты становятся гораздо спокойнее после отбора порядка 100 мл крови. Ой, тысячи. Мы продолжили испытания, чтобы определить, становятся ли пациенты спокойнее после обезвоживания. Удаление простаты, слюнных желез, ни хрена себе вы им там успокаиваете. Простату, слюнные железы. Ё-моё. Так. Тихо. Всё, так, тут ничего не надо. Так, выбрасываем. Оба-на, ломай. Вот так вот, красавчик вообще. Взяли ствол, протиснемся. Так, тут у нас что-то крест показан. Видимо, мы на верном пути. Как бы так. А может и нет. Что за звуки? Ух ты, отпилил себе руку и сдох от потери крови. Замороженная рука. В руке хирурга ключ к жизни. Есть. Так, эксит. Обыскать труп, тут все ясно. В холодильнике шприц. Ага. Есть. Есть. Радикальный способ разогреть ее. Ножовку можешь взять? Нет. Не может он взять ни то, ни эткое. А вот. Печка, нет? Нет, не то. Нам, короче, нужно найти что-то, чтобы помогло нам разогреть, скажем так, руку. Так, двойка. Ловушек нет. Нужно разжечь конечность. Вот чем? Биту взяли, нормально. Уже не с голыми руками. Уже поспокойнее. Теперь мы можем хоть какой-никакой отпор дать. Тут ни хрена не найдено, естественно. Тут тоже. Так, а здесь мы открываем. Все. Так, мы снова выбрались туда, откуда пришли. Понял я. Так, нам нужно идти, короче, куда? Сюда вот. Нет, надо, наверное, в другую сторону. Вот сюда вот. Вот, эксит. Разжечь руку надо как-то. Так, ну-ка слева. Кровища, шестерня, нормально. Может быть, сейчас еще пистолет где-нибудь раздобудем. Если фартанет, конечно. Стена! Да ломай ты ее. А вон она. Ну ты кулаками быстрее ломаешь ее, конечно. Так. Еще раз. Короче. По старинке. Так. Ломай. Вот так вот. Еще раз. Отлично. Протиснемся. О, волына! Нормально, все, живем. Давайте достанем. Коль уж так везет нам. Нынче. Так. Опа-на. Вот это другое дело. Все. Готов снова сокрушать. Как же тебя тут, а? А, все ясно. Какая-то
по принципу Железной Девы, только на башку. Так, там камеры следят. Ловушек нет. Ловушек вроде нет. Угу. Крематорий. О! О! Ходит кто-то! Как мне выбраться? Каковы правила? Так. Думаешь, твое испытание будет таким легким? Надеюсь. Нет, не хотел обидеть. Здесь есть люди, которым более интересно найти меня, чем освободить тебя. Так. Сможешь ли ты убедить их, что тебя стоит спасти? Я не этого хотел. Угу. Не, это испытание правильно подбирает. Самое сложное. Естественно, он тебе не даст легкого. Он тебе посложнее что-нибудь засунет. Какое-нибудь пекло. Так. Ловушек нету. Отлично, вот мы и пробрались куда-то. Ну ладно, друзья, думаю, давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим все как обычно в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если все еще не подписаны. Ставьте пальчик вверх, если вам понравилось. Обязательно комментируйте, а также заходите в группу ВКонтакте. Ссылочка снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока.